Соревнования по подтягиванию и отжиманию прошли на спортивной площадке Воденцова. Их организовала рабочая группа по развитию массового спорта общественной палаты муниципалитета. В состязаниях приняли участие 15 человек. Они показали хорошую физическую подготовку и волю к победе. Лучше всех это удалось сделать Василисе Румянцевой. Девочка отжалась 52 раза. А Ваха Покаев подтянулся 26 раз, опередив других участников соревнований. Завершился праздник спорта играми в волейбол и стритбол.